Всем приветики! Хочу показать вам маленькое видео о моей розе. Это небольшой шраб пока у меня французской селекции Масада. Поль Бакюс называется розочка 1992 года выпуска. Так, кустик у меня сейчас пока небольшой, сантиметра 30. Сам цветок сантиметров 8, красивый такой, очень красивый, хоть и дождик его немножечко так потрепал. Вот чешевидные формы, цветок махровый, красивый. Вот тут смотрите, как розовое, да, здесь абрикос, красивое такое раскрытие, лепестки аккуратно уложенные. Сам вот этот шраб будет высотой где-то 1,20 м, может 1,50 м, и широкий будет. Вот здесь я все прищипнула, да, убрала бутончики, но все-таки здесь оставила посмотреть оригинальность цветка. Заказывала я в крымском питомнике Сергея Овчарова, так что роза соответствует сорту. Так, листва матовая, зеленая. Сорт очень устойчивый к болезням, цветет обильно, пока у меня только вот так, но видно, что прям будет обильно цвести. Смотрите, на бутончиках весь. Вот аромат у нее, боже мой, божественный аромат, сильный аромат, могу сказать, такой, я даже не знаю, какой-то фруктовый, чайный, свежий. Вот. Так что я рада, что у меня такая розочка появилась. На этом я заканчиваю свой обзор про эту розочку французской селекции Масад. Ставьте лайк, если вам эта роза понравилась, и мой обзор. И можете подписаться на мой канал Гала С. Всем пока, до новых встреч!